Всем привет! Сегодня 8 февраля. Вот что у нас тут уже сделано. Залиты полы. Отопление включено. Все работает. У меня тут приточно-вытяжная вентиляция с подогревом. Но не так работает, как я ожидал. Но в принципе тоже прикольно. То есть это прототип того, что будет в будущем здесь. Это печка от газельки. Вот. Ну ладно. Заштукатурили практически все. Вот. Теперь у нас будет декоративка в виде шубы и карты мира. Поставили стекла. Однокамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Вот сейчас мы через 2 дня будем устанавливать центральное окно. Сейчас мы его пришлось самостоятельно склеивать, потому что на заводе отказались склеивать из-за того, что внешнее стекло оно больше по диаметру, чем внутреннее. Поэтому самим. Вот. Ну, за ближайшие 2 дня, я думаю, мы доделаем здесь штукатурку, поставим окно и начнем собирать уже санмодуль. Такие вот планы, такие новости.